Леонард? Пришло время принимать лекарства. Спасибо, Кэти. Я не могу обойтись без тебя. Ты мой смотритель, компаньон и друг. Фильм производства Netflix. Леонард? Как долго вы работали на мистера Уэлсли? Около 4,5 месяцев. И вы тоже работали здесь, мистер Кетнер? Всего пару недель. Мы женаты. Мы на нуле. Я найду что-нибудь. До этого-то справлялись, правда? Подарок, которого не объяснить. Прошу прощения, мисс Франклин. Я адвокат мистера Уэлсли. Он все оставил вам. Вы куда-то уезжаете? Мы переезжаем в дом Леонардо. Что ж, вы очень счастливая женщина. Тайна, которую нельзя представить. Нам нужно быть осторожнее. Не пора ли нам порадовать себя? Но за удачу нужно платить. Простите, что беспокою. Меня зовут Микки, агент по недвижимости. Вы хозяйка? Дом не продается. Кажется, за нами следят. Не двигайся! В доме кто-то есть. С 30 апреля. Нам это все не нужно. Этот дом теперь наш. Я не позволю отнять его. Я звоню в полицию. Нет! Никогда не знаешь, как это изменит человека. Я бы никогда не навредил Леонарду. Ты тут ни при чем. Опасная ложь. Только на Netflix с 30 апреля.